Замороженная гробница, этаж 1. Так, здесь у нас через клятву. Расход маны, урон жезлами. Так, передвигается на 6% быстрее. Ну, вот это мы возьмем. Меньше на 25% расход маны алхимии. Это хорошо. Мы же алхимики. Так, сразу нашли ключ. Это хорошо. Так, прямо не пойдем, пойдем напротив. Получается, направо. Так, здесь у нас еще одна клятва. Брать мы ее не будем. Так, двигаемся дальше. Нашли торговца. Пропускаем. Так, какое у нас умение получается? Взрывную фляжку и элемент случайным образом выбирается между огнем, дом и ядом. Так, пробуем. Какой откат? Откат не виден. Посмотрим. Так, откат 20 секунд. Спрятался. Да, получать опыт при подборе монет не надо. Здоровье ниже 50, расход маны начинается на 50. Получить 3 щита. Так, мана жезла плюс 6, посоха плюс 4. Посоха возьмем. Щит. Так, и нашли сразу дверь. Отлично. Здесь у нас 2 уровня всего лишь. 2 этажа. Какой-то новенький. Безумная мандрагора. Мятежный ингредиент. Так, амулет нам что делает? Корабель кидает артефакт, который восстанавливает здоровье, пока вы находитесь в его раю с действия. Попробуем просто. Если нам здоровье нет, просто посмотрим, как это работает. Так, хп у мандрагора. Совсем не отнялось. Надо вот это убивать. Нет, не это. Где наша мандрагора вообще? Так, вот это она. Это наш босс. Ладно, вот это, скорее всего, мандрагора наша. Вот. Так, ее еще найти надо. Так, вот она. Промахнулись, походу. Так, надо восстановить. У нас мана восстановилась, в принципе. Так, это не она. Да, не очень приятный босс, потому что не поймешь, кто есть кто. Где наш босс, где иллюзия. Ладно, прошли. Ну и оружие у нас еще такое не очень-то удобное. Так, зелье наносит на 35% урона. Это зелье. Так, барьер. Возьмем зелье. Это, видимо, R, наверное, получается. А, вот да, бросок зелья. Сейчас наносит на 35 больше урона. Хорошо. Финальный этаж. Какое-нибудь оружие бы дали другое. Другое для алхимии. Это вряд ли нам дает какое-то новое заклинание.
нас все другие умения. Так, посохи и заклинания нельзя спросить маны из кристаллов. Да, скорость атаки алхимии. Короче, преимущество, конечно, сражаться только алхимией. Вот это оружие надо заменить. На какое-нибудь другое хотя бы. Гномье это ружье. Мушкетон. Либо автомат какой-то там был. Вряд ли нам дадут смену. Так, скорость таки жезлов, клятву, чаще так, барьер 35. Возьмем. Так, нельзя здесь, получается, сначала альтернативы кидать. Альтернативным огнем, чтобы урон больше проходил. Тогда у нас по 270 урон. А если без проклятия? Так, здесь у нас 200. 180. Так, ну возьмем при победе над противником не алхимическим оружием. Уменьшите время восстановления зелья на 3 секунды. Так, нет. Опыт. Здесь будет опыт. Так, тут у нас ключ. И ищем дверь. Собираем опыт. Синий ключ нам не обязательно. Так, все, мана закончилась. Здесь заканчивается мана. Плохо. Ладно, будем справляться с жезлом. Что поделать. Так, 30 опыта, либо исполнение маны из кристаллов опыта. Пускай будет так. Чуть-чуть. По две манки. Так, вот у нас здесь есть дверь. Идем сразу к боссу. Пролог нездоровый, безумный хирург. Так, все-таки щит сделал. Плохо. Кто в ману смог. Так, ну опыт заберем. В принципе, нам не так важен. Победа.
Осколок «Осколки льда». Разработанное для устрашения огненных элементалей, это заклинание продолжает осыпать врагов замораживающими осколками. Ангел-хранитель. Выстреливайте самонаводящимся снарядом при получении урона. Озарение получено 3. Так, далее озарение мы будем тратить. Дабы нам потратить. Так, характеристика повышая уровень. Да, наверное, сюда положим. 3. Сколько у нас? 50% уже будет. Так, дальше берем что-нибудь простенькое. Вот здесь у нас это проще. Так, вот это возьмем. Так, играть мы будем за Карину. Ветвь духа. Осколки льда. Сейчас протестируем. Оружие урон. Секунд, в принципе, неплохой. И красный кристалл. Запрещенная вершина. Один этаж. Хорошо, что один этаж. Это удобно. Так, ну только через проклятие. Через клятву. Простаки увеличивается на 20%. Статусный эффект на врагах длится на 25 минут. Окей. Даже другие читать не стал. Просто так и все. Так, нашли печать. Так, идем напротив. Так, здесь прямо, наверное. Этого, конечно, лед плохо работает. Но ничего не поделать. Может, конечно, жезлом попытаться. Какой у нас жезл? Он медленный. Так, в этом нет смысла. Идем дальше. В принципе, уровень повышать смысла нет. Так, нашли дверь. В принципе, отсюда появились. Нет, слева ключ, справа и направо. Пробуем придерживаться такой тактики. Хотя все равно все рандомно. Агата лживая. Горная ведьма. Так, понятно. Близко лучше не подходить. Она кончается. Она добьем. Добили. Так, уровень прокачивать не будет. Тут у нас, в принципе, все быстро произошло. Быстрый уровень. Так, продолжаем. Он всего лишь этаж за 2 минуты. Огненная бомба. Эти практичные огненные бомбы также использовались в мирное время как источник света. Их теплое и успокаивающее пламя сильно контрастирует с их взрывной силой, когда они попадают по цели. Банкир. Когда вы подбираете монету, есть 25% шанс, что она удвоится. Неприступный барьер. Найдено местоположение задания. И озарение получено 1. 1 это, конечно, мало, но... Что поделать, надо будем элементальную связь качать. Броня против огня, наверное. Против огня пускай будет. Так, смотрим, у нас главное задание, в принципе, одно. Неприступный барьер. Крепость Укиона защищена мощным барьером. Талантливый чернокнижник предложил нам сделку. Персонаж амулета навык X2. Окей. Так, играть мы будем за Ранджела, акробата. Ветвь духа. Так, что у него там идет? Портовое оружие посох. Глаз сумерек и красный кристалл. Окей.
С помощью устройства Маргарет мы обнаружили местонахождение Укиона. Его крепость защищена мощным магическим барьером. Даже наше сильнейшее заклинание совершенно неэффективно. Нам нужен мощный маг, способный сломать барьер. Сириус, чернокнижник с талантами, равными только его дурным манерам, предложил нам сделку. Если мы достанем ему священный скипетр, спрятанный в древнем мавзолее, он разберется с барьером. Неприступный барьер. Этаж 1. Так, сколько здесь у нас? 5 этажей. Идем налево. Так, прямо дальше, дальше, дальше. Так, нашли ключ. В принципе, по той же тактике налево ключ. Теперь идем в другую сторону, направо. Так, нашли сразу дверь. Вот жесть. Угадали. Король Блоб Третий. Величественный слизень. Очень приятный. Так, у нас есть прыжок. В принципе... Мана не заканчивается, это хорошо. Так, опыт, опыт, опыт. Опыт нам пригодится. Скорость атаки на плюс 5. Берем. Так, у нас 2 уровня даже. 3 щита. Плюс 10 скорость атаки посохами. Минус 5 скорость атаки для остальных основных категорий. Отлично, берем. У нас же посох. Так, первый этаж мы зачистили очень быстро. Надеюсь, второй этаж пролетит так же быстро. Так, ну сейчас нам заклинание или алхимию дадут какую-нибудь. Алхимию, наверное. Давайте нам ружье. Нет, воплощение боли. То, что мне не нравится. Так, также поступаем вдоль налево. Но в этот раз ключа здесь нет. Так, у нас что-то с маной все-таки. Плюс 5 про... Так-то у нас... Да, голосовник. Плюс 5% маны из кристаллов. Мана, так, это все не то. Здесь может быть у нас плюс 20% маны от кристаллов. Алхимия и заклинания. Минус 10% урона на 7 выше скорость. Так, ну не видно, чтобы у нас какой-то бонус был. Именно к мане, потому что как-то она кончается. Не, хотя, в принципе, по 0.5 примерно. Когда-то один, когда-то 0.5. Но в целом нам-то это плюс. Она быстро не кончается. Ну и урона хватает. Всех убивать. Так, ладно, пойдем напротив. Сюда. Так, все, маны заканчивают все-таки. К сожалению. Нет, набрали еще. Пока хватает. Так, следующие 5 раз, когда вы откроете сундук, вы получите 2 очка щита. Не надо увеличивать частоту выпадения наград, получить новое заклинание. Если у вас уже есть заклинание, то новое будет наносить плюс 10. Так, мы возьмем, потому что у нас нет заклинания вообще. Пусть будет.
Истощение маны ведьмы камень. Так, это что значит? Так, ну по идее просто бить надо. Просто всех убивать. А, истощение маны, что у нас маны мало. Так, мы тратим маны одинаково. Так, плюс 20% скорость атаки посохом. Берем. Не раздумывая. Так, у нас еще ключа нет. Мы уже видим дверь. Иллюзионист. Так, да, с маной у нас прям беда. Так, и по-моему, мы собрали уже три ключа. По-моему. Три части ключа. Да, у нас три части ключа. Так, что он берет? 50% шанс получить три мана, когда побеждаете врага. В принципе, неплохо. Но это и возьмем. Так, ну сходим, пока здесь у нас синяя дверь рядом. Заберем какой-нибудь бонус. Так, сундук. Здесь у нас сундук. Сюрприз, навык. Получите два случайных навыка, опыт от кристаллов уменьшен на 5. Окей. Восстанавливайте немного здоровья при подборе кристаллов опыта. И получите повышение плюс 25% скорости. Так, скорость атаки. Где у нас этот трус? Так, и скорость атаки на 5 секунд после получения урона. В принципе, плюс 25% скорость атаки, это прям хорошо. Урон получать мы можем. А вот сейчас проверим здесь. О, сразу забегали. Так, вот это я, конечно, зря сделал. Не знаю, зачем вообще нажал. Наверное, по привычке перезарядиться. После выстрела, чтобы перезарядку сделать. Так, все, нашли ключ, можно уходить. Точнее, идти к боссу. Тетра бессмертная, пожертвованная пророчица. Так, а куда она? Куда она ушла?
себя спряталась. Так, ну пускай по мне урон нанесут. Нам это только на руку пойдет. Так что она слишком часто перемещается. Так, не вижу, не вижу. Так, она перемещается, когда мы вблизи к ней подходим. Когда слишком близко подходим, она перемещается. Если мы не подходим, но все равно перемещается. Так, все собираем. Что есть? Скорость атаки посохами. Окей. И переходим на третий этаж.